начнем с того, что «Динамо-Петушки» – это был не молодежный состав, это была основная команда, которая во второй лиге играет. В принципе, и так в целом по игре, можно сказать, ну так двумя там фразами, мы смотрелись достойно этого соперника. Где-то я считаю, мое личное мнение, в контроле мяча, там, владение мячом превосходили его. И я игрой очень доволен, смотря из-за того, что это первая игра у нас. Мы буквально вчера на тренировке только начали в футбол играть, и это хороший задаток, то есть начало сезона, грубо говоря, подготовительного сезона, то есть по последний там подготовительный этап к основному нашему сезону. То есть мне игра очень понравилась, ну, там, не без ошибок, конечно, были там свои нюансы, но в целом очень неплохо, очень достойно. То, что я хочу видеть моментами, то есть впереди только работа, мы еще немножко подтянем кое-какие компоненты, и я думаю, что в сезоне прям вот будет все более-менее пу-пу-пу хорошо. Вот сегодня как раз и были, да, ответ на многие вопросы, то есть это игра, и как раз по игре можно смотреть функциональное состояние ребят. Не все там сыграли весь матч или еще что-то, но тем, что я увидел, даже ребят, те, которые тайм играли, то есть я доволен, они именно вот тот объем, который мы им давали, на что мы и закладывали, то есть под что мы давали объем, под какую тактику мы это все закладывали, то есть это все дало свои плоды, ребята как бы хорошо выдерживали нагрузки раз на сборах, и сейчас в игре, то есть они спокойно, не на вялых ногах, то есть они всегда мобильны, они готовы бежать, и у нас два латерали, то есть, да, крайний и левый, то есть и те, кто на замену вышли, то есть они у нас бегают по всей бровке. И у них хватает здоровья, хватает сил, поэтому я очень доволен, и я думаю, что это вот как раз то, что нам нужно. Честно, если по каждому, только у Сани Непчелина как бы обстоятельства такие жизненные сложились, что ему пришлось уйти, его никто не выгонял. То есть, ну, у человека сейчас период сложных жизней, я ему сказал от всей души, то есть он с командой попрощался, мы ему сказали, что Сань, когда ты решишь все свои проблемы, мы с удовольствием тебя вернем. То есть он остается частью нашей команды, то есть он сюда приходит, то есть он болеет за нас, как бы, и он в Добрыне до сих пор. Это не связано с футболом, поэтому по Саше Непчелину так, Нагорный, Павлов, я еще скажу, Максим Ухов у нас был, то есть не вспомню еще кого, то есть они все у нас выбрали мини-футбол. Ну, я говорил тебе в том тогда видео, когда мы снимали о том, что я говорил ребятам, либо вы выбираете мини-футбол, приходите, сдаете форму. Вот так все как бы в принципе у нас получилось. Ну, хорошо, вот им тоже не безразлично, да, они приходят, смотрят, как бы, я думаю, может, им больше интересно было, как без них там команда. Ну, команда ничего, хорошо, мы своей более-менее селекционной работой довольны, у нас ребята с дубля есть, у нас сейчас ребята есть, еще парочку пришло интересных, мы их сейчас смотрим, то есть по ним уже решение, я думаю, более-менее там сегодня-завтра мы уже примем. Команда более-менее готова, плюс у нас еще не было сегодня Софина, Максима и Димы Чванькова, то есть отсутствовали, то есть это тоже игроки, которые как бы для основного состава, и я считаю, что нормально мы укомплектовались, несмотря на те потери, которые вот у нас сейчас произошли в предсезонке. Да, у нас будет товарищеская игра на этом же поле с Эверестом. Это как раз команда из второй лиги, по-моему, они вылетели вниз и будут играть в нашей группе. То есть, да, сам Бог велел, как бы ребята отозвались, мы только за. Тем более мне самому интересно их посмотреть, нас на фоне их. Поэтому будет с ними игра, и мы 9 числа еще едем в Юрьев-Польский, там праздник Победы, то есть мы туда будем играть, то есть съездим на выезд. Одну недельку пропустим, чуть-чуть потренируемся просто, то есть и вот 9 с Юрьев-Польский сыграем, а там уже, я думаю, будет календарь, и мы уже будем отталкиваться от него. Возможно, какую-то игру сделаем, а может, просто спарринги между собой поиграем. Юрьев-Польский, это там матч просто или кто? В Юрьев-Польском нет, это просто обычный матч, то есть сначала там играет у них ветеран, потом мы, то есть мы играем с основной командой, они тоже во второй лиге играют, поэтому я думаю, что будет интересный футбол, приедем, посмотрим. Время пока не определено? Время сейчас пока не определено, ориентировочно, по-моему, либо 2 часа, либо 4 часа.